Всем привет на моем канале. Сегодня будем готовить действительно очень вкусный салат. Поверьте, этот салат разлетается первым на столе. Его просто обожают все мужчины. Салат называется с таким прекрасным названием «Любимый муж». Действительно, я его просто обожаю. Вот такие вот ингредиенты нам понадобятся. Первым делом займемся грибами. Нарезаем грибы тонкими ломтиками. Сейчас будем обжаривать шампиньоны. Лучший способ, чтобы шампиньоны получились действительно вкуснее, я просто еще не нашел. Смотрите, самое главное, берем сухую сковородку. Ее нужно раскалить, чтобы она была раскалена. И на раскаленную сковородку высыпаем порезанные грибы. Грибы мы не будем накрывать крышкой. Они сейчас пустят очень много жидкости, и мы будем ждать, пока эта жидкость полностью испарится. Пока обжариваются грибы, нарезаем лук. Смотрите, грибы жарятся буквально 5 минут, смотрите, сколько они пустили жидкость. Эта жидкость должна полностью испариться. Смотрите, с момента жарки прошло 10 минут, вода полностью у нас испарилась. Теперь добавляем соль, перец по вкусу. Добавляем растительное масло. И сверху добавляем лук. Поверьте, если вы пожарите так грибы, они действительно получатся очень вкусные. И у вас это тоже будет любимый рецепт, как правильно жарить грибы. Перемешиваем и все обжариваем, чтобы полностью обжарились грибы с луком. Смотрите, прошло еще 10 минут, мы грибы жарили, они у нас полностью подрумянились. Теперь нужно их выключить, переложить в посуду, чтобы они полностью у нас остыли. Для этого салата очень подойдет домашний майонез. Смотрите, мы будем делать домашний майонез, он делается действительно 1 минуту и очень просто. Смотрите, берем желток яйца с белком, чтобы он был обязательно целый. Выливаем сюда 180 миллилитров растительного масла, добавляем пол чайной ложки горчицы, пол чайной ложки сахара, пол чайной ложки соли. И добавляем примерно 1 столовую ложку лимона. Теперь берем блендер, погружаем блендер прямо на желток. И делаем домашний майонез. Майонез готов. Копченое куриное филе будем нарезать кубиками. Куриные яйца, отваренные вкрутую, натираем на крупной терке. Смотрите, чтобы сырки у вас плавленые хорошо натирались, их предварительно лучше положить хотя бы на 40 минут в морозильную камеру. К натертым яйцам добавляем натертый плавленый сырок. И добавляем сверху майонез домашний. Также сюда добавляю пару зубчиков чеснока для запаха. Теперь все перемешиваем. Грибы полностью остыли, теперь будем собирать салат. Первым слоем пойдут обжаренные грибы. Теперь берем половину яично-сырной смеси.
Следующий слой пойдет копченого куриного филе. Затем опять сложим сыр с яйцами, с майонезом. Теперь салат отправляем в холодильник на 1 час. Пусть застынет, потом я скажу, что делать дальше. Также нарезаем томаты на салат. Салат в холодильнике постоял 1 час, он полностью пропитался. Теперь можно его сверху украсить помидорами. Посмотрите, какой аппетитный салат у нас получился. Очень хочется его попробовать, давайте наконец-то его попробуем.